Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы с вами будем смотреть каталог Выгода Плюс. Он действует в период действия основного каталога, начиная с воскресенья конца первой недели. И этот каталог доступен для всех, кто в предыдущем периоде сделал суммарно заказы более 100 баллов. В этом каталоге много скидок, интересных акций и предложений. Я вам сейчас покажу, что у меня есть, и расскажу, что мне особенно нравится в этом каталоге. Дам свои рекомендации. Приятного просмотра! Каталог Выгода Плюс начнется с 8 августа и закончится 21. На этот каталог также действует дополнительное условие: за каждые 10 баллов из этого каталога в заказ вам положат случайный бонус за 3 рубля. Это будет пробник аромата или крема, может быть, тональная основа. На первой странице мы видим косметичку. Она действительно очень крутая, большая, красивая. Я вам ее даже покажу, потому что она у меня есть. Она у моей дочки и уже, наверное, года 3 служит. Очень классная, стильная. Смотрите, не протерлись, вот прям чуть-чуть начали протираться краешки. То есть она очень качественная, удобная, в нее много помещается, отличная молния. Поэтому косметичку такую тоже рекомендую, если любите, тем более такие розовые яркие цвета. На следующей странице нас ждет тушь 5 в 1, и это непростая тушь, она будет с эффектом дуохрома. Я вам покажу ее кисточку, именно такую упаковку я выкинула, но кисточка будет вот такая вот, как у туши XXL. Очень удобная, классная щеточка. Тушь тоже классная. Я себе, кстати, 2 раза брала именно такую тушь. Но как здесь заявлено, что она дает такой оттенок интересный, темно-синий-зеленый тон. Этого я не заметила. Может быть, под определенным углом света это было видно. На самом деле просто классные черные ухоженные ресницы. База под макияж Giordani Gold я не пробовала, поэтому не могу рассказать, нравится, не нравится. Но я вам могу сказать, где поискать отзывы. Заходите на сайт, открываете этот продукт и внизу смотрите отзывы, листайте прям вниз под описанием, там найдете отзывы, или задайте вопрос прямо в комментариях под этим видео, и кто-нибудь, я надеюсь, ответит, или напишите свой отзыв, если уже пробовали. Следующий продукт — это кремовый хайлайтер. Кстати, такой хайлайтер я очень полюбила. Хоть я и не очень люблю в тюбиках продукты, но он настолько крутой, он кремовый, у него приятная консистенция, шикарный розовый оттенок, он классно освежает лицо, придает ему такое свечение, такую просто вот ухоженность, здоровый вид, легкий перелив. Мне, конечно, очень он нравится, но очень много. Здесь его настолько много, что я уже вот 2 года им пользуюсь. Ну, правда, в последнее время я перешла на сухой хайлайтер из набора, но этим я пользовалась очень часто, каждый день, и при этом расход маленький. Следующая страничка — это жидкие помады. Я обожаю жидкие помады Мусс. У меня есть несколько оттенков. Я вам покажу свою любовь. У меня вот такая вот моя любовь. Сейчас посмотрим из другой серии, но кисточка будет точно такая же. Посмотрите, примерно, да, вот они все одинаковые. Удобный изгиб кисти, классное нанесение, долго держится на губах, приятно на губах лежит. По крайней мере, у меня ощущения классные. Нет ни сухости, ни стянутости. Пользуюсь с удовольствием всеми помадами от Oriflame. Далее нас ждут помады Giordani Gold. Матовая с эффектом металлик, шикарная помада. Кстати, спрашивают многие, сушат или не сушат. Нет, они не сушат. И матовая губная помада Икона стиля. Слушайте, какие цены классные, очень хорошие цены. 3 оттенка, очень такие насыщенные, яркие цвета. И еще один продукт здесь — стики для макияжа. У нас будут румяна и бронзер. Румяна у меня где-то есть. Вот, у меня есть румяна. Бронзер я не заказывала. Я брала все другие продукты. В этой серии был еще у нас хайлайтер как раз, бронзер и корректор. Вот я брала корректор. Смотрите, какой цвет приятный.
То есть такой натуральный, он не ходит ни в розовое, ни в коричневое, ни в бронзу. Хороший, приятный румянец, как вот оно и должен быть. Просто натуральный, естественный. Поэтому я с удовольствием пользуюсь этими румянами. И мне они нравятся. Тоже очень надолго хватит. Следующая страничка — это бустеры. Кстати, бустеры я очень люблю. И у нас будут обновления. Уже в 12-м каталоге мы увидим новую линейку бустеров. Поэтому успейте урвать по такой классной цене, потому что там цена будет почти в два раза дороже. Что делаем с бустером? Мы его смешиваем с дневным кремом и наносим вместе с кремом на лицо. То есть это не отдельный, это не самостоятельный продукт, он именно для усиления действия крема. И один из них дает смягчение, второй — сияние, третий — питание. Выберите то, что вам больше нужно, то, что более актуально, и попробуйте. Бустеры — это классные помощники в нашем рационе ухода за кожей лица. И покажу вам такой крутой набор. Он выглядит очень симпатично, я бы так сказала. Все в коробочке, и здесь нас ждут три тюбика крема по 30 миллилитров. Шикарные крема, прекрасно увлажняют кожу, мягкие, нежные, прекрасно впитываются. Три аромата: жасмин, сирень, пион. Можно взять себе, можно подарить, можно наборчик разделить и подарить по частям, то есть по одному крему кому-то, может быть, в заказ клиентам вложить, или просто сделать кому-то классный комплимент. Это суперские крема. Я вам сейчас покажу консистенцию, потому что такой я все равно себе оставлю. С ароматом сирени, они просто мои все любимчики. Я из каждого набора себе их вытаскивала и оставляла. Давайте вот на эту руку покажу. Смотрите, какой приятный. По консистенции легкий-легкий, но при этом классно питает кожу, быстро впитывается, не оставляет липкости и оставляет такой чудесный аромат. Обязательно попробуйте. Вот мне сирень прям стал моим любимчиком, все время его себе беру. На следующей страничке нас ждут гели для душа. Серия Discover. Я вам покажу другой флакончик, просто чтобы увидели, какой формат. 250 миллилитров. Здесь мы видим его в голубенький. И будет он у нас с пляжа Калифорнии, а у меня здесь Мальдивы. Я держу в руках Мальдивы. У всех этих гелей классная консистенция, то есть они густые, отлично пенятся, приятные ароматы, такие не кричащие, очень мягкие, нежные, их приятно вдыхать, то есть они не надоедливые такие, как я всегда говорю, они не химикозные, очень приятные. И также здесь у нас есть гель для, крем для душа «Весенний букет». Вот его у меня уже нет, все разобрали, и свой закончился. И два мыла. Вот, кстати, мыло Apple с корицей, яблоко и корица, оно мое любимое. Просто оно невероятно классное. Им настолько приятно пользоваться, это как мыло ручной работы. Берешь в руки кусочек, он такой полупрозрачный, приятный, просто как яблочко в руках держишь. И вот этот аромат напоминает выпечку, когда пекут яблоко с корицей, печенье или пироги, это настолько вкусно. И второе мыло Magic Garden, тоже с цветочным ароматом, красивое мыло по дизайну, тоже думаю, что многим оно понравится. А следующая страничка моя любимая, потому что отсюда я буду точно заказывать сыворотку для волос, потому что у меня осталось совсем чуть-чуть, и я даже планировала использовать свою 50% скидку для того, чтобы взять себе этот продукт, но я увидела здесь по акции, поэтому буду брать, конечно, из этого каталога. Что делает сыворотка? Мы открываем и буквально 1-2 капельки на кончиках пальчиков вот так вот разогреваем, растираем и переносим на кончики волос. Волосы становятся мягкие, послушные, кончики не спутываются, легко расчесываются, прекрасно выглядят волосы, они становятся такие гладкие, мягкие. Это вот продукт, этот продукт у меня всегда идет после каждого мытья головы, постоянно. То есть я высушиваю волосы, потом наношу на кончики эту сыворотку и только потом расчесываюсь, потому что облегчает расчесывание прям в 10 раз, становится просто одно удовольствие.
Спрей для постельного белья дары Афродиты. Кстати, я таким пользуюсь, у меня в гардеробе стоит, забыла его захватить. Приятный тоже аромат, и мне нравится, что белье так нежно пахнет, тоже ненавязчиво, там прям ну, нежненько. А еще мне нравится на тело носить после душа. Я это делаю не всегда, но иногда делаю, получается тоже приятно от кожи пахнет. И ничего лишнего, просто вот такая вот чистота, нежность, ну, недаром называется дары Афродиты. И третий продукт — мерцающее масло для тела, мед и молоко. Есть у нас такое масло, оно с блестками, то есть его надо хорошо встряхнуть, чтобы вот эти блестки, которые осаживаются на дне, чтобы они смешались с маслицем. Масло обладает нежным ароматом, как в серии мед и молоко, и даже, мне кажется, еще вкуснее. Вот капельку наношу, если вы посмотрите, то мы наносим на тело с целью увлажнения, питания. И остается, знаете, вот блесток самих не видно будет, но тело будет выглядеть, как будто бы оно такое с подсветкой, какое-то, как с обложки журнала, такое лощеное, холеное. То есть масло впитывается, естественно, наносим после душа. Масло впитается и останется такой холеный след. Я не знаю, какие слова подобрать, но это выглядит, конечно, здорово. Следующая страничка — аромат Lost in You для нее. Эти ароматы у нас парные, есть еще для молодого человека, для вашего мужчины такой же аромат. Что хочу про него сказать? Он очень нежный, он, я бы его назвала таким пудровым, потому что после него такая вот пудровость, какая-то вот холеность тоже звучит. Цветочно-древесный, мускусный, имбирь, пион, бобы тонко, высокая концентрация аромата, отличная цена и, конечно, у него очень симпатичный стильный дизайн. И у нас бижутерия. Такого набора у меня не было. Мне кажется, он очень яркий, эффектный, и я бы его назвала вечерним. То есть это не для повседневной носки набор. А вот здесь вот есть наборы достаточно интересные. Сейчас скажу, как он называется. Вот, с разноцветными камешками. Вот этот очень симпатичный наборчик в нижней части. То, что здесь можно менять камешки, они съемные, а сверху с кристаллами набор, ну тоже достаточно классический, его можно носить и для деловой встречи, и просто как бы просто чтобы маленькую добавить изюминку в гардероб свой. Так, а вот этот набор мне очень понравился, вернее, здесь представлен только браслет, выглядит стильно, очень интересный браслет, сочетание, такая цепь золота и цепь мятная, выглядит, мне кажется, очень стильно. Далее у нас серьги-гвоздики с подвесами, то есть полукольца золотые, они достаточно толстенькие, а камешки, жемчужинку и такой вот мятный камень тоже можно снимать, то есть вы можете носить и так, и так, или оставить один камешек какой-то. Далее ожерелье с листьями, мне кажется, очень классно выглядит, по крайней мере, я видела в деле и на фотографиях, выглядит здорово и под блузку, и на водолазку, и с платьем, то есть такие листья оригинальные. И кулон у нас идет с натуральным камнем, камень может попасться, кстати, разный. Вы можете, да, для вас это будет сюрприз, какой попадется камень. Он может быть более насыщенный или более прозрачный. То есть будет ваша уникальность. Следующий. Золотой ключик. Загадочный аквамарин. Это серия Норхен. Такой ключик, мне кажется, подойдет буквально под любой вариант гардероба. Смотрится здорово, действительно какая-то загадка, стильность. И мне нравится, как здесь выложены камешки, очень красиво. Платок. Платок мятного цвета, тоже серия Норхен. У нас, по-моему, здесь все из Норхен идет. И подвеска с натуральным цейлонитом в огранке багет. Хочу сказать, что здесь камешек очень маленький. Посмотрите на размеры. Сама подвеска, то здесь прям показано, что это вот прям малюсенький 2 на 0,7,
Поэтому, да, если вы рассчитываете получить какой-то большой камень, помните, что здесь маленький, очень элегантный камешек. Стрекоза. Стрекоза на шнурке. Шнурок такого насыщенного цвета. Стрекозка небольшая. И где глазки, там будут маленькие гранатики стоять. Мне кажется, это очень красивое украшение. Особенно оно подойдет молодым девушкам. Я видела тоже это украшение, очень красивое. Сумочки и шикарный большой платок с анималистическим принтом. Кстати, у меня на канале есть видео, как я этот платок из этого платка делаю классное платье летнее. Посмотрите, можете ввести просто название «большой платок» или напишите в комментариях под видео, я вам скину этот ролик, какое получается роскошное платье. Сумка красная с комбинацией с черным. То есть сейчас мы видим на фотографии красную сторону, если мы переворачиваем, то с другой стороны ее половинка черная. То есть вы можете носить и так, как вам удобно. Это большая сумка-торба, она очень вместительная. Тоже смотрим на размеры, потому что, может, вы ожидаете какую-нибудь маленькую сумочку. Нет, это будет большая, полноценная сумка, очень, кстати, классная. И сумка с принтом в клетку. Мне кажется, эта сумка очень классна для похода в магазин, потому что она такая вместительная, удобная, и в нее много, и удобно, кстати, складывать продукты, потому что у нее форма такая классная, прям сумка для покупок. Очки. Честно говоря, очки без примерки покупать достаточно рисковый, как сказать, процесс, но я всегда покупала очки в Oriflame без примерки, и очень редко получалось, что очки мне не нравились. Поэтому вы приблизительно все равно знаете, какая форма вам подходит. Можно, да, всегда зайти в магазин и специализированные перемерить разные очки, пофоткаться, выбрать те формы, которые вам нравятся, и потом смотреть в каталоге, выбирать, какая вам подходит, потому что за такие цены высокого качества очки ну не так-то просто найти. Здесь мне все нравится, я уже много лет хожу в очках только от Oriflame и всегда ими довольна. Следующая страничка — это бутылка для воды с цветочным принтом. Бутылка большая, ее объем 650 миллилитров, то есть она такая массивная, но легкая, и она металлическая, очень хорошо держит как прохладную воду, да, также, может быть, и теплую вы нальете, чтобы сохранить теплоту воды. И аромат. Здесь нас ждет аромат Giordani Gold Original. Кстати, 899 рублей — это очень невысокая цена для такого аромата. У него высокая концентрация. Аромат очень стойкий. Если вам нравятся такие цветочно-древесные ароматы, я бы его отнесла к вечернему аромату, потому что днем, особенно летом в жару, его точно носить не рекомендуется. Он, мне кажется, более на прохладную погоду и на вечер. То есть это прям вот праздничный парадно-выходной аромат. Вот, все, мы с вами посмотрели. Скажите, классный каталог. В этот раз очень много, что можно было бы приобрести. По крайней мере, я буду точно заказывать сыворотку. У меня уже заказали масло, и я бы хотела мыло с яблоком взять в запас, потому что это редкое мыло, когда оно встречается, оно очень классное. Вот. Спасибо вам за внимание. Пишите в комментариях, что бы вы себе хотели из этого каталога. Оставляйте рекомендации, что вам нравится, что бы вы другим рекомендовали. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.